решили построить новый город Маздар. И решили построить не просто город, а суперэкологичный, суперудобный и суперкрутой иннополис. Маздар должен стать примером для подражания всем городам планеты. Быть первым городом в мире с нулевым выбросом углерода. Вот такие вот дворики. В общем, все довольно мило. Тут очень узкие такие вот улочки. Видите, мы сейчас ходим по центральному ядру, такие супер узкие улочки. И они все много каких-то навесов. Видите, много таких-то вот таких вот террас, балконов. Сами улочки очень узкие, и они короткие. То есть нету каких-то длинных таких вот прострелов никуда. И видите, вот повсюду есть такая защита, чтобы не было ветра, чтобы горячий ветер из пустыни в эти улочки не проникал. Это здесь стартапы. Ну, смотри, вот, кстати, судя по тому, что везде сейчас горит свет, и видно, что в офисах сделан ремонт, там какие-то вещи лежат. То есть стартапы, скорее всего, у них работают. Кстати, ночью здесь очень уютно. К сожалению, здесь не очень светло, такая приятная атмосфера, но камера уже в темноте не берет, но это вот очень уютно. Кстати, вот этот вот Маздар, ну, если можно его рассматривать как новый город, мне кажется, это вот один из немногих удачных примеров, когда в чистом поле создается город, и он выглядит круто. И именно из-за плотности застройки, то есть посмотрите, какая здесь плотность, посмотрите, есть узкие улочки, посмотрите, вот это вот жилье они строят. И смотрите, например, со Сколково. Вот Сколково, это вот такой вот в чистом поле расставлены эти объекты, и, ну, Сколково, это не город, не знаю, мне срочно Сколково назвать город, хотя там есть классные архитектурные проекты. Ну, вот так вот выглядит, например, некоторые здания в Сколково. Но здесь вот круто то, что супер плотная застройка, то, что все эти вот эти вот улочки такие вот, как в старом городе, и от этого, ну, прямо супер уютно. Это то, чего вот не хватает в каких-то новых городах.